Так, ну что, начинаем стрим. Я вам покажусь русофобом, что наглая клевета, я сам русский, как я могу быть русофобом? Это заборчики, это покрашенные бордюры в черно-белый цвет, и миллионы других отвратительных мест. Мы русские, мы хуже собак. Нам дай мешок корма, и мы сдохнем, но сожрем его за один раз. Но это исключительно наша вина, следствие нашей пассивности и тупости. Безграмотное быдло, которое другое безграмотное быдло привело к власти, оно не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Мы родились в говне, жили и сдохнем в нем. Русский человек создан жить в говне, страдать и терпеть. Ну конечно, ведь если ты русский, то ты автоматически не можешь быть русофобом, правильно? Нет, неправильно. Русофобия – это предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России, русским, русскому языку и специфическое направление в этнофобии. При этом русофобия часто распространена среди самих русских, то есть выступает не как ксенофобия, а как русское самоненавистничество. То есть не успел даже начаться ролик Алексея, а ложь уже льется из всех щелей. Лично я прожил полжизни за границей, 10 лет из которых в Финляндии. И ежедневно трачу свое время на то, чтобы читать зарубежные газеты и быть в курсе того, что там сейчас происходит. В отличие от Алексея, который впервые куда-то съездил в Европу и решил, что теперь он познал весь мир. Его ролик и подобные русофобские заявления из уст Алексея происходят уже далеко не в первый раз, поэтому у меня можно сказать, что накипело. Цель моего ролика заключается не в том, чтобы посмеяться над обделенным умом гражданином, а чтобы он стал примером того, как можно и нужно бороться с русофобией, которая идет со многих наши СМИ, иногда даже не специально, а просто по незнанию каких-то базовых фактов. Аудитория Алексея – это люди 15-17 лет, поэтому это вдвойне важно, чтобы школьники имели возможность услышать другое мнение касательно нашего народа и истории, нежели то, что идет в основном из наших СМИ. Начнем с основ. Ролик называется «Почему русские хуже европейцев?». Русские и так европейцы. Это все равно, что говорить, почему огурцы хуже овощей. Никакой логики здесь нет. Мы такая же Европа, можно как остановить. И прочие страны. Так вот, тут дело в том, почему русские хуже европейцев. Никто об этом и не говорил. Просто человек высказывал свое мнение, этот Шевцов. По сути, это спор двух неслышащих друг друга людей. Один рассказывал одно, другой сейчас будет задвигать совершенно другое. Это я говорю вам про Фому, вы говорите мне про Ерему. Очень интересная техника. Сейчас давайте посмотрим, как это будет развиваться дальше. Страны континента. Только мы являемся уникальным, другим центром Европы. Не ну Запад. И в принципе, говорю прежде сразу. Всего, хотелось бы сказать, что сейчас я буду, конечно, немножко останавливаться, поскольку простудился. Что если вам по лень сути. Смотреть данный ролик полностью, то вся суть ну, в общем, мною будет изложена. Сейчас мы например, с вами будем смотреть ролика. Вот этого тайм-код я кину в описании и в комментарии Михаила, вот этим видосом. Который, ролик насколько Алексея мне известно, является психологом. И решил влезть не в свою епархию. Не в свою епархию, рассказывая о том, какие геоклиматические зоны как повлияли на, какую, на какой исторический период. То, на мой взгляд, будет интересно. Который я и буду делать люди, обзор, идет пример. Такого склада они вот иногда очень любят приврать. Много где. Он здесь в конце будет показывать видео историка-медиевиста, специализирующегося на военной истории, который пишет фантастические книжки. Писатель-фантаст.
на 20 минут. Но на самом деле продолжить. Его можно было бы сократить и до 2 минут. Потому что весь 20-минутный ролик, он говорит абсолютно одну и ту же вещь. Поэтому, чтобы не повторяться, я буду говорить о конкретных темах лишь однажды. Тезис сегодняшнего видео звучит: когда же мы вылезем из жопы? Наверное, тогда, когда известные видеоблогеры прекратят рекламировать на аудиторию детей сайты-обманщики, которые созданы только для того, чтобы отжимать последние деньги у малых детей. Начнем с самой почвы. Это религия. Не сам факт наличия конфессии верующих людей, в моем понимании, причина всех наших бед, а отнюдь. Существует немало верующих стран, где все неплохо. США, страны Европы, например. Хотя и статистические данные показывают очень разрушительный довод не в пользу религии, что там, где ее меньше всего, там и уровень жизни выше. Скандинавия, Канада, Австралия — это лучшие страны мира, и там верующих вообще нет. Религия. Да, хорошая зацепка. Только вот эта вот карта по атеистам говорит совершенно обратное. И вот эта карта по атеистам, и вот эта карта по атеистам, и даже вот эта карта по атеистам. Все 4 карты показывают, что у нас более чем достаточно атеистов, и их количество находится примерно на уровне скандинавских стран. В Аргентине тоже полным-полно атеистов. Полным-полно атеистов. Во-первых, Шевцов. Этот Алексей, по-моему, его зовут Шевцов, да? Так вот, не зависит уровень развития от количества атеистов. В Эстонии самое большое количество атеистов и самое большое количество самоубийств. Это во-первых. Во-вторых, по поводу того, что говорит, что будет сейчас говорить дальше этот... о том, что будет сейчас говорить Утопиан по поводу того, что Шевцов ни в чем не разобрался и так далее. Он дальше будет демонстрировать вот такие же картиночки, красивые, интересные, прекрасные, в которых будет четко написано про православный цезарепапизм. Что такое цезарепапизм? Цезарепапизм – это когда император является главой религии. Не патриарх, не римский папа, а именно император. И вот этот вот цезарепапизм, унаследованный от Византии, мы видим по сегодняшний день в одной православной стране. Ну, если не брать всю Европу, если брать только отдельную страну нашего восточного соседа. Там есть так называемая симфония власти. Что такое симфония власти и церкви? Симфония власти и церкви – это когда церковь и власть поют, дуют в одну и ту же дудку. Или если император дует в дудку, то патриарх танцует. Точно такая же история была в Византийской империи, в одной из величайших империй. Именно поэтому в свое время великий князь Владимир в 988 году избрал себе религией именно христианство восточного образца. Подчеркиваю, не православие, а христианство восточного образца, потому что православие и католичество, они появились после 1054-го. А христианство Русь приняла в 988-м. Следовательно, мы сейчас наблюдаем ту же самую симфонию власти, как в полуразрушенной Римской империи, потому что Византийская империя называла себя империей Ромеи. И в Византийской империи первый император Константин, он даже желал, чтобы его обожествили. Даже несмотря на то, что уже было принято как признаваемая государством религия, христианская религия. И он уже как бы был христианином, император Константин. Тем не менее, он желал, чтобы его обожествляли как иных императоров Римской империи. Действительно, чтобы говорить о религиозном влиянии на какую-либо культуру, нужно эту религию изначально изучать. И разговаривать, ну, про религию сейчас, я думаю, вот в данном конкретном обзоре не имеет никакого смысла, по сути.
Поэтому все дальнейшие аргументы, которые будет предъявлять Михаил Алексею, они абсолютно беспочвенны, и никаких аргументов, по сути, он и не предъявит. Просто одно «я» наткнется на другое «я». Это будет «нашла коса на камень». Один человек говорит про одно, другой про другое. Самое интересное, что именно вот Михаил вырезал часть ролика, даже не добавив его в контекст. Потому что там все это было сказано в контексте. И контекста мы до конца этого ролика так и не увидим. Можно продолжать. Но чё-то страна эта живет в нищете. И вообще, как человек, имеющий и академический, и исследовательский опыт, заявляю с полной ответственностью, что никогда не верьте подобным глобальным картам. Потому что вопрос, созданный и заданный в одной культуре, может означать совершенно другое в другой культуре. Поэтому такие опросы всегда не объективны. Единственное исключение подобных исследований, ну это разве что исследование по величине пенисов по всему миру. Вот это объективное исследование. Признаюсь честно, я очень не люблю слова о лучших... Стоп. Человек, имеющий исследовательский и академический опыт. Это прекрасно, это замечательно. Только для студента или человека, который закончил психфак, психологический факультет, ну, исследовательский опыт, ну, он все же несколько поменьше, чем исследовательский опыт человека, который закончил тот же истфак или, не знаю, физфак и так далее. Это, конечно, замечательная история, что Михаил имеет исследовательский опыт и научный опыт научной работы. Очень интересно. Вот только дальнейшее видео докажет, что никакой его исследовательский опыт ему не помогает в разговоре про ту же самую историю. Мы это все увидим дальше. То есть здесь человек либо врет, либо думает, что его исследовательский опыт имеет какую-то ценность. Хотя он все-таки психолог. Продолжайте. Странах мира, потому что эта характеристика всегда субъективна. Уровень жизни – это лишь один из критериев того, кого можно назвать лучшей страной мира. Для некоторых такой критерий, как уровень жизни, не играет никакой роли, а для кого-то он может вообще ничего не значить. И что же тогда не так с нами? Это православие. В своем большинстве они протестанты и католики. И в этом разница между ними и нами. Все мы без конца ругаем собственный менталитет, но именно православие является главным источником этого известного менталитета. И подробно изучив православие, ты понимаешь, что на нем лежат абсолютно все грехи русского человека. Вычурность, позерство, ложь, безразличие, терпение и многое другое. Ты не изучал подробно православие, ты лишь видеоблогер, без малейшего понимания богословских споров и тонкостей. То, что ты прочел несколько строчек из Библии, не делает тебя автоматически экспертом по православию. Православие – это ветвь в христианство. Во всех христианских религиях одни и те же принципы, с небольшими лишь различиями, о чем Алексей даже не в курсе. Он Начинай, Артем. Не жди, то есть оно идет в записи там, поэтому сразу, как говоришь, стоп, начинай тогда. Значит так, ребята, по поводу православия. Вычурность, позерство и так далее, это все внешность.
Внешность у разных религий бывает разная. У протестантов одна внешность, у католиков другая внешность, у православных третья внешность, у мусульман четвертая внешность, у индусов, язычников и так далее. Это все внешнее. Если мы вспомним ту же самую легенду о том, как князь Владимир принимал православие, мы просто увидим о том, что он поразился великолепием и красотой. Ну, великолепие и красота – это одно. Другое дело, что, в принципе, человеку нужен был союз Византийской империи, потому что его отец был союзником Византийской империи. В войне, кстати, против тех самых болгар, про которых мы будем говорить дальше. Как ни странно. Так вот. Суть в том, что внешность, она ничего не значит и ничего не решает. Архитектура, внутреннее убранство соборов не там, в православии, не здесь, в католичестве, не в униатской церкви, не в протестантской церкви. Она не значит ровным счетом ничего. Самое главное – это вероучение. Религии не строятся на внешности, они строятся на внутренности. Религии безразлично, как ты выглядишь. Важно, что у тебя внутри. То есть религия – это институт, который концентрируется на внутренних чертах человека. Поэтому ни первый, ни второй не правы абсолютно ни в чем. Продолжайте. Ролик будет делать на этом свою ошибку. В Евросоюзе лишь три православные страны, две из которых самые нищие в Союзе, третья которая Греция, где тоже очень далеко до процветания. Во-первых, православных стран в Евросоюзе нет, так как все европейские страны являются светскими. Но если ты говоришь о религии народа, то их не три, а четыре. Ты забыл вообще-то Кипр. В отличие от западных стран, и Болгарии, и Румынии пришлось терпеть примерно 5 веков разорительной оккупации атаманов. Потом по ним прокатились обе мировые войны, выкосив огромную часть местного населения. При нас там тоже жилось бедно, но по крайней мере мы эти аграрные страны индустриализировали, и у них появились свои заводы и продукты. Стоп. Так вот, ребят, смотрите, какая ситуация. Опять-таки, это пример так называемого спора слабослышащих. Православных страны с точки зрения вот этого вот Алексея Швецова или Шевцова, или как его там, их три. С точки зрения Утопиана их четыре, а на деле их больше. А потом будет Утопиан говорить про православные народы, а там их еще больше, потому что страны, они не всегда равны народам. Есть, например, валахи, есть, например, полуправославные молдаване, есть различные народы на территории современной Европы и современного Евросоюза. Кипр здесь причем-то еще. У Кипра там свои проблемы со страной, потому что у него есть незаживающая рана Северный Кипр. Спорная территория с Турцией, где православные делят свою территорию с мусульманами. Продолжайте. Уже после вступления в Евросоюз они снова стали такими же бедными из-за того, что корпорации Евросоюза за бесценок выкупали эти заводы и предприятия и уничтожали их, так как им не нужны были конкуренты. Это капитализм, детка. Теперь же они бедные, но уже без наших заводов и продукции, показывая нам, что будет происходить с теми, кто не является ядром Европы. Ты, кстати, забыл упомянуть, что в средние века в бытность своего православного расцвета Болгария, например, была одной из богатейших и просвещеннейших стран Европы. А самой богатой империей средневековья был центр православия Восточная Римская империя, также известная как Греческая империя. Им почему-то православие не мешало быть самыми богатыми монархиями, но это все детали. Ни католические, ни особенно протестантские церкви не позволяли себе такого контраста. Они скромные относительно окружающей среды. Стоп. Вернитесь назад и увидьте карту. Болгарская империя, Византийская империя.
империя франков и так далее. Это ядром Европы. Ты, превосходная. Кстати... Я ее просто обожаю. Здесь суть в том, что Первое Болгарское царство, не империя, а Первое Болгарское царство, это приблизительно около 150 лет истории. Где-то так. Значимо оно было по одной простой причине, потому что у Болгарии была великая литература. Болгария гордится не тем, что она была величайшим, значит, государством в истории. Она гордится тем, что у нее была литература, которую она научила тех же самых славян, глупых и, ну, по их мнению, глупых. То есть, по сути, Кирилл и Мефодий – это были люди, которые адаптировали болгарский язык к славянскому языку. И так получился церковно-славянский язык. Такая смесь болгарского, славянского и так далее. Дальше. Болгария. Первое болгарское царство. Оно было уничтожено. Знаете такого византийского императора, который назывался Василий II Болгаробойца? Так вот, в чем сущность Болгарии? Болгары, они пришли с Волги. Из Волжской Болгарии. Изначально была создана Великая Болгария на Волге. Затем вот эти вот великие болгары частично перебрались к ослабленной Византийской империи. Это история про хана Аспаруха. Но зачем про это рассказывать? Лучше рассказать про Великую Болгарскую империю и про то, что Болгария, она очень-очень многого добилась. Да, она добилась очень многого. Она очень долго грабила Византийскую империю. А потом Византийская империя вломила Болгарии так, что Болгария окунулась в таком кризисе, экономическом, политическом, военном и так далее, что больше про эту Болгарию до 12 века никто и не вспоминал. То есть изначально войны начинались с Болгарии, с императора Византии Иоанна Цимисхия. Их продолжил его наследник. После его наследника вышел Василий Болгаробойц, Василий II. Почитайте, это интересно. А вот по поводу того, о чем говорит Михаил Утопия, ну это какие-то странные фантазии по поводу великого государства. Величие там не на грамм. Драть тело империи, которая растерзывается с разных сторон. Там на востоке были более серьезные люди, внутри были еще более серьезные проблемы. Это невелика радость и невелика доблесть. Вот мы в нашей истории, в славянской, украинской, белорусской, русской истории, мы помним прекрасно походы Игоря на греков, походы Олега на греков. А что эти походы из себя представляют? Эти походы из себя представляют очень простую вещь – грабеж. Мы просто грабили ослабленную империю. Ну, не мы, наши предки. Здесь доблести ноль. Продолжайте. Представляли себе такого контраста. Они скромные относительно окружающей среды. Они не могли себе позволить такого контраста построить пафосное здание на фоне беспросветной нищеты. Не позволяли. Вы только посмотрите, как тут все скромно. Ну просто скромняги просто были еще те. И протестанты появились. Не в ответ на роскошество и распущенность католической церкви. У них было все смиренно и свято. Не то, что у нас православных. Дуреха, то, что ты сейчас не видишь этого контраста на улицах Европы, не означает, что этого не было раньше. Ну а также у католиков всегда было гораздо больше ресурсов, чем у нас, ввиду того, что они имели возможность, в отличие от нас, кстати говоря,
грабить весь мир, но об этом чуть-чуть попозже. И красивые, а православные дорогие, но отвратительно безвкусные. Золотые купола... Стоп. Сейчас нам Утопиан показал внутреннее убранство собора Святого Петра, где молится его святейшество Папа Франциск I, правильно? И показал сам собор Святого Петра, который является сам собор и часть прилегающих территорий к нему является отдельным государством. Так вот, суть в том, что вот собор Святого Петра, он был перестроен неоднократно. Из маленькой, ничтожной базилики он превратился в огромный собор, который построил Микеланджело. Сам собор и его купол построил один из величайших художников Европы. И Бернини построил площадь Святого Петра. Тоже один из величайших художников своего времени. Но сейчас, на данный конкретный момент, сам собор Святого Петра, площадь Святого Петра, сады, прилегающие к собору Святого Петра, это является одним из самых микроскопических государств. Ну, если мы не будем брать этот Свилент в мире, где монархом является его святейшество Папа. И государство это вот небольшое, но оно состоит из площади, собора и садов. А то, что сейчас показывают здесь землянки всякие, вот на остановленном кадре, ну это интересно. Пошлость, папа. Но не то. Хвастовство и безвкусие. А вот это исключительно твое мнение. Не нравится, окей, но миллионы туристов, что приезжают в Россию ежегодно и желают увидеть золотые купола наших храмов, говорят обратное. Лично мне, например, совершенно не нравятся протестантские храмы и почти все католические. Ну а касательно наших храмов, ну так между прочим, подобные купола это византийская традиция, а не наша. Ну, это опять же так, ну это детали. Просто одежда. Русский одевается либо очень дорого и безвкусно, либо то, что было на рынке. Посередине не бывает. Женщины неправильно сочетают максимально яркие цвета, чтобы блестеть. На них всегда куча бижутерии. Они всегда себя орошают только самыми дорогими парфюмами. Мужчины одеваются и того хуже, облепленные Стафом Армани, Гуччи, Шанель и прочего разного говна. Только на русском человеке можно найти вот такое дерьмо, где он покупает не футболку, а бренд. Это стоп. Совершенно... Там совсем недавно показывали такой вот храм с колокольней возле входа в храм. Так вот, ребята, этот храм был построен в честь 300-летия династии Романовых. Это даже не древняя архитектура, это совсем недавняя архитектура. У нас в Бресте есть точно такой же храм, с точно такими же колокольнями, с точно такими же маковками. Он был построен у нас... Он был построен у нас... в честь 300-летия Романовых. Это был подарок нашему городу от императорской фамилии. А потом уже ему придали значение, что вот этот храм будет освящен в честь погибших при Цусимском сражении. Но изначально его начали строить в честь 300-летия Романовых. То есть вот эта вот маковка, которую показал Утопиан, вот такого типа храм. Это, пожалуйста, посмотрите, Свято-Николаевс, это Брест, рынок Александра Невского, по-моему. Вот просто сейчас возьмите, вбейте в Google. Абсолютно точно так же выглядит. Абсолютно.
Таких храмов было построено в Российской империи в честь 300-летия Романовых очень много. Опять же, возвращаемся к тезису про цезарепапизм. Цезарепапизм – это когда церковь очень услужливо заискивает перед своим императором. Что касается вот той истории про то, что вот из грязи в князи и так далее. Да, сказок много, историй много. А толку-то? Если мы берем европейские сказки, то там все вот эти вот из грязи в князи наказываются. А если мы возьмем русские сказки, то Иванушка-дурачок почему-то всегда лучше всех выходит из этой истории. И именно из грязи в князи является центральной частью любых русских сказок. Иванушка-дурачок поймал щуку, Иванушка-дурачок поехал в Чи, Иванушка-дурачок, значит, спас царевну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтапно рассказывается, как Иванушка-дурачок, который ни хрена ничего никогда в своей жизни не сделал, он добивается абсолютно всего. Это центральная часть сказок. Тот же самый мужик и солдат. Знаете эту сказку, да? Как мужик варил топор. Так что здесь это все натянуто настолько... Блин, ладно, продолжайте. Ой, бедняка, дальше что пойдет интереснее. До денег. Из грязи в князи. Это не какая-то наша уникальная особенность. Так было всегда и везде, по всему миру. На том же Западе огромное количество сказок и историй о том, как недостойные добирались до денег и начинали творить беспредел. Это не уникальная какая-то русская особенность. Нет каких-то уникальных русских воров. Но о причинах формирования такого отношения к деньгам и к вещам я сейчас расскажу. Ну, мы привыкли генетически жить в говне. Наши предки спали в гнилых лачугах, а тут даже немножко лучше. Ну, то ли дело европейцы до примерно 19 и 20 веков. И также наши церкви, стоящие на красивом холме, белое здание, где рядом полная разруха и нищета. Это же отсюда появилась фраза «блеск и нищета». Встречают по одежке, провожают бла-бла-бла. Не случайно в народе ходят именно такие поговорки. Да, только фраза «блеск и нищета» идет из Франции. А поговорка «по одежде встречают и по уму провожают» означает совсем не то, что ты думаешь. Впечатление христианства под названием православие всегда спокон веков пропагандировало три основополагающих понятия нашего менталитета. Терпение, смирение к нищете, прощение. И мы в очередной раз наглядно видим, что у Алексея нет даже базовых знаний о христианстве. Он полагает, что данные характеристики присутствуют только в православии, в то время как они присутствуют даже не только в христианстве в целом, но даже в исламе. Господи, как можно быть таким? Тупым. Только в сознании русского следующая мысль: кто я такой, чтобы что-то поменять в стране? И именно тип такого человека они веками и выводили. Мы терпим государство, которое имеет нас разными способами, потому что мы боимся ему что-то сделать. Единственная наша борьба это подождать. Терпение, смирение к нищете, прощение. Да никогда христианство это не проповедовало. Христианство всегда проповедовало несколько постулатов. Один из которых это «Бог есть любовь к ближнему своему» и «Смирение», да, «Смирение было». Два основных постулата христианства. Любовь и смирение. Любить своих врагов, и если они тебя гонят, и если они над тобой издеваются, но... Даже несмотря на это, если ты проявишь смирение, ты получишь Царствие Небесное. Знаете, молитва есть такая у православных. Блаженны плачущие, ибо обретут они Царствие Небесное, блаженны гонимые, ибо обретут они Царствие Небесное, и так далее, и так далее. Это такая идея. Вот сейчас, по сути, совсем недавно, мы увидели... Развитие христианской церкви. Из ранней христианской церкви в Великую Схизму, которая произошла в XI веке, в Реформацию, которая произошла в XVI веке, Уния в Восточной Европе,
по восточным правам. И так далее. То есть баптизм, рестарционизм, протестантизм, евангелизм и так далее, и так далее, и так далее. Восточная церковь, она разошлась на несколько столпов. На три. Восточная, ориентировочная и ассирийская церковь. Ориентировочная церковь – это миофизиты, монофизиты, которые сегодня являются армянами. В Армении монофизит. Продолжайте. Ждать новых выборов, на которые мы все равно не придем. А вот тут вот я полностью согласен. Однако теперь я должен пояснить, откуда идет подобный менталитет и как от него избавиться, чтобы вы не считали, что русские какие-то обиженные умом люди, а западные европейцы это просто какие-то боги во плоти. Уже в эпоху просвещения западным европейцам, в отличие от нас, не нужно было сверхэксплуатировать свое население. А это значит вгонять свое население в уровень рабов, как это было раньше. Они могли себе позволить такие вещи, которые, если мы и могли себе позволить, то только за счет чрезмерной сверхэксплуатации местного населения. Главный вопрос – почему? Да потому что плодородность нашей земли крайне низкая. И даже чернозем, наша самая плодородная земля, в несколько раз хуже по плодородности, чем любая зачуханная земля какой-нибудь Франции. Именно поэтому в 17 веке в России жило 7 миллионов, а во Франции в 3 раза больше. Но при этом посмотрите на эту крошечную Францию и на эту огромную Россию. Плодородие земли имеет решающий фактор развития государства, и у нас плодородной земли не было. Мы только в конце 18 века догнали эту крошечную Францию по своему населению, и то только из-за того, что мы смогли захватить западную Литву, и все равно при этом постоянно голодали. Почему? Да потому что ресурсы в нашей земле никогда особенно не было. И даже Стоп. Вот теперь точно стоп. Значит так, ребята. Смотрите, какая интересная история. В 17 веке вот эта вот крошечная Франция, она была ничем не лучше вот этой вот огромной России, потому что чисто по логике вещей, вот эта вот огромная Россия, которую вы видите на карте, которую показывал Утопиан, вот эта вот огромная такая Россия вместе с Сахалином, с Владивостоком, со всем остальным, это не была Россия. Здесь дело в том, что он делает огромную ошибку, либо просто подменяет понятие, либо просто врет. Это здесь уже вопросы чисто конкретно к Михаилу Утопиану. Он либо врет, либо не разобрался, хотя имеет опыт исследовательской работы, либо подменяет понятие. Вот эта вот огромная Россия на этой карте, это, конечно, прекрасно, конечно, замечательно, это очень интересно, но это не была Россия в 17 веке. Россия в 17 веке, она включала в себя Новгородское княжество, Тверское, Владимирское, Астраханское, Казанское, Московское, Владимирское, Суздальское и так далее, и так далее. Это был маленький такой кусочек по части Европейской России. Смоленское княжество тоже включало, Брянское. Ну, в общем, посмотрите карту России 17 века. 17 век – это с 1600 по 1700. Это 17 век. А вот эта вот Россия, которую показывает вам Михаил Утопиан, это не Россия 17 века. Вот эта вот огромная, с Сахалином, Владивостоком и всеми территориями, которые есть сейчас. Вот здесь либо подмена понятий, либо ложь, либо еще что-нибудь. И я пока не разобрался и клеветать не хочу. Мне хотелось бы понять, почему он сравнивает маленькую Францию с вот этой вот сегодняшней огромной Россией.
Хотя на деле, по идее, если он слушает лекции по истории, как он дальше об этом будет говорить, то он должен понимать, что вот сегодняшняя Россия не имеет никакого отношения к России прошлой. Даже к Российской империи. А это уже 18-й. 18-19. Продолжай. Железо. Железо, для тех, кто не в курсе, главный двигатель прогресса. Его в России не было до Петра Первого, который освоил Урал и открыл там фабрики по его изготовлению и добыче. До этого момента нам всегда приходилось закупать железо на Западе. Это лишь только в 20 веке обнаружилось, что наша страна вообще-то богата огромным запасом ресурсов. А до этого момента тут вообще ничего, кроме пушнины, не было. Почему? Да потому что у нас отсутствовал почти всю нашу историю Гольфстрим, который является печкой Европы, которая не позволяет ей замерзнуть даже зимой. Даже зимой в каком-нибудь считающемся в Европе северном городе Лондоне средняя температура зимой плюс 5 градусов. Плюс 5 градусов! У нас же морозы по минус 20, минус 30, а в Сибири и того хлеще. В таком случае земледелие просто невозможно, особенно учитывая то, что ты никогда не знаешь, какой будет погода. Она всегда в России была аномальной. В этом году может быть жара, а в следующем целыми днями будет лить дождь, который размоет все твои посевы и обречет тебя на смерть, так как запасов на следующий год всегда не было. Две трети нашей территории абсолютно непригодны для жизни, потому что там вечная тундра, а оставшаяся одна треть территории пригодна только для совсем уж отчаянных людей. Из-за того, что у нас не было выхода к морю, мы всегда страдали тем, что не могли вести нормальную торговлю. Торговля по воде в несколько раз быстрее, а это означает и выгоднее, чем торговля на суше. Даже наши реки были крайне неудобны в этом плане, потому что они были всегда мелководными и витиеватыми, в отличие от прямых и широких западных. Вся территория Западной Европы окружена морем, обеспечивая плодородие. Мы же вынуждены были жить и до сих пор живем на отдаленной от моря. Стоп. Из-за того, что у нас не было выхода к морю, мы были лишены того, чтобы торговать по воде. А как быть с Архангельским портом, который был во времена Ивана Грозного? Как быть с тем, что Иван Грозный именно из-за того, чтобы выйти к Балтийскому морю, чтобы не оплывать своими кораблями в Скандинавию, он начал Ливонскую войну. Как со всем этим быть? Ну, Архангельский порт же у вас был. Выход к Белому морю был. О чем разговор вообще? А эти новгородцы? Как быть с новгородским княжеством, которое включил Иван III в состав Московского государства? Вам все время было мало... Граждане россияне, вам мало было Архангельска, потом вам мало было этого Новгорода, вам понадобилась Рига, вам понадобились другие порты на Балтийское море. Мало. Это еще что? Сначала у них климат не тот, потом у них реки кривые и маловодные. Прекрасно. Маловодные и кривые реки. Извините, граждане россияне и Михаил Утопиан, уж простите, но современная территория России находилась на тот момент времени, когда она была еще Московским княжеством или Московским царством, она находилась как минимум на трех очень богатых торговых путях. Волжский путь, путь из Варяг в Греки и так далее. То есть с этого можно было взимать налоги. И за эти налоги потом покупать то, чего вам не хватало. Железо, еду, еще что-нибудь. А что ж так получилось, что изначально, до 13 века, российское вот это вот государство, будущее, оно развивалось, как все страны Европы, а потом вдруг внезапно взяло и начало развиваться как-то по-особенному. Может, что-нибудь в консерватории поменялось?
А в консерватории поменялось, только Утопиан об этом не скажет. У-у. И не надейтесь. Продолжайте. Земле, менее плодородной и малопригодной для жизни. Отсюда и идут наши стремления к выходу к Балтийскому морю, к Черному морю. Впрочем, еще Бзежинский и другие теоретики геополитики писали о том, что нас, Россию, нужно любыми способами отрезать от юга, чтобы мы сдохли от холода и голода на севере. Шпенглер писал в своей книге «Закат Европы», что менталитет и развитие народа всегда определяет его географию. Любой европейский народ, будучи в нашей географической ловушке, поступал бы примерно так же, как поступали и мы. Сформировал бы такой же менталитет, какой сформировали и мы. Поэтому не нужно намекать на то, что мы, русские, какие-то особо одаренные и именно поэтому являемся бедняками. Не стоит также забывать о том, что у нас никогда не было богатейших заморских владений, которые можно было бы грабить в течение многих веков, используя рабский труд местного населения. Нам наоборот приходилось вкладываться самим в свои отсталые колонии, чтобы поддерживать свой имперский статус, показывая, что на нас лучше не нападать. И вообще, я абсолютно всем советую почитать книги «Великорусский пахарь» и «Почему Россия не Америка», которые полностью объясняют формирование менталитета русского человека через его географию. Петербург, например, находится на одной широте, что и Гренландия. Наш такой теплый и солнечный Сочи... Стоп. Тезис. У нас никогда не было заморских колоний, которые мы могли бы грабить. А зачем грабить заморские колонии, если все колонии, которые вы можете грабить, находятся у вас прямо на границе? Хива, Бухара, Казахстан, Грузия, Армения... Армянское царство, Грузинское царство и так далее. Великое княжество Литовское. Зачем? Есть Новгородское княжество, Наисветлейшая Новгородская республика. Зачем грабить заморские колонии, если все, что у вас есть, это находится прямо у вас на границе? Именно поэтому Российская империя и российское государство развивалось экстенсивно, захватывая территорию, высасывая из этой территории все, что можно высосать. Такой вот, знаете, вот, не знаю, как вирус. Так объяснить. Ну, как паразит. Он присасывается к другой территории, из нее все высасывает в себя и захватывает территорию. Ну, как вирус. Рак. Зачем нужны заморские колонии? Хотя заморские колонии, опять-таки, у Российской империи были. Это Аляска и это Калифорния. Когда американцы пришли в Аляску, там был упадок. Когда американцы пришли в Калифорнию, там был упадок. Россияне, точнее, российские имперцы это объясняли тем, что, ну, вот там сложности с логистикой. А какие сложности с логистикой, ребята, сейчас у вас есть с Уральскими горами, с Сибирью, с Алтаем, с Якутией и так далее. Какие сложности? А сложности очень простые. Когда вот эта вот полностью вся территория России, которую будет показывать Утопиан постоянно, вот эту вот всю огромную Россию, когда она полностью сформировалась, вот эта вот вся территория, да? Единственное, что связывало Восток и Запад Российской империи, это был одна единственная железная дорога. Одна единственная. Именно поэтому в 1905 году, по сути, и проиграли войну с Японией. Потому что эта железная дорога, она была перегружена. И доставлять по одной единственной железной дороге было, ну, невозможно. Все те припасы, которые необходимы были на фронте против Японской империи. Ну, исследовательская работа на высоте. Я поздравляю Михаила. Ну, широте, что и Нью-Йорк. Все который... больше и больше убеждаюсь, что все-таки психология – это не совсем наука. Продолжайте.
США считается крайне прохладным городом. И это еще при том, что рядом с ними находится Гольфстрим. Самая настоящая печка, которая до нас едва-едва доходит. Петербург является самым крупным на этой широте северным городом вообще в мире. Потому что только мы во всем мире смогли приспособиться к такому сумасшедше холодному и голодному географическому положению. Даже в Дании, которая кажется нам такой северной, холодной страной, температура не опускается ниже нуля зимой, в то время как в России, даже на юге России, температура всегда опускается в минус 20. О каком вообще земледелии, ресурсах и плодородии тут вообще может идти речь, когда ты ничего не можешь вспахать? То же самое относится к Швеции и Норвегии, где температура тоже не падает ниже нуля зимой. Короче говоря, почему Россия была отсталой? Да потому что у нас тупо не было ресурсов, чтобы экспериментировать с технологиями. К тому же мы всегда подвергались атакам со всех сторон и воевали постоянно. У нас также до некоторого времени не было своих лошадей, потому что тупо им негде было пастись. Везде только леса и полей нету, и содержание этих лошадей и прочей скотины было всегда крайне невыгодно, так как человек себя-то даже не мог прокормить, чего ж говорить про скотину, которую постоянно нужно держать дома и ухаживать за ней, иначе она сдохнет от холода. Да чё я вообще парюсь, пускай за меня вообще настоящий историк все это расскажет. Далее, другое необходимое условие вегетации растений – это влага, стоп. Водичка. Не было своих лошадей, мы воевали постоянно. У нас неплодородная земля, потому что у нас очень холодно. На территориях бывшего Московского княжества, сейчас нам покажут график, там температура не опускается ниже минус 5 в январе в среднем. Бывают экстренные холода, да. Но на территории Европейской России они не опускаются ниже минус 5. Возьмем ту же самую широту, что и у нашей Республики Беларусь. В среднем минус 5 ниже у нас не опускается. Но бывают экстренные случаи, это да. Но почему мы распахали свою землю, а вы не смогли? Польшу еще можно в пример привести. Абсолютно верно. Можно привести просто страны, которые находятся в одном и том же климатическом поясе. Почему мы распахали, а вы не смогли? Почему? Этот вопрос наверняка останется без ответа. Дождями у нас. По поводу лошадей. Не было лошадей. А на чем же тогда ездили ваши бояре? Очень интересно узнать. Беда в том, что у нас дожди выпадают крайне неравномерно. А средние значения весьма показательны. Потому что в среднем вся территория России получает примерно 571 миллиметр осадков в год. Это ниже уровня вообще возможного земледелия. У нас в среднем в России нельзя ничего сажать. Почвенные ресурсы СССР велики. Общая площадь страны занимает 2,240 миллионов гектара. Около 15% находится под водой. Песчаными массивами, ледниками, каменистыми россыпями, скалистыми горами и другими формами поверхности, на которых почвенный покров не развит или почти не развит. Далеко не на всей территории страны почвенно-климатические условия благоприятны для развития сельского хозяйства. Свыше половины территории страны находится в холодном поясе и необеспеченных теплом в высокогорьях других поясов. Внимание! Стоп. Остановите писателя-фантаста Клима Жукова, который является медиевистом. Медиевист – это историк по средним векам. Причем здесь СССР? Вот у меня просто вопрос. Если мы говорили о том, что всю историю в России было как-то плохо, причем здесь СССР? СССР – это Россия плюс еще 14 республик. Казахстан, Беларусь, Украина и так далее, и так далее. Это куда, к чему вообще? Хотя да, в СССР они там многими способами оправдывали свою отсталость. Хотя, в принципе, потенциал был просто гигантский и огромный. Можно даже привести данные по поводу того, что
и в Российской империи, и в СССР была такая интересная ситуация, как не доедим, но продадим. То есть мы будем голодать, но все-таки зерно продадим. Вот, допустим, есть такая фраза, которая стандартно приписывается царскому министру финансов И.А. Вышнеградскому, который был министром с 1888 по 1892. Или Столыпину, или Витте. Но по сути, известна другая цитата, которая приписывается Вышнеградскому. Мы должны экспортировать, даже если мы умрем. А что же должна была экспортировать Российская империя в конце 19 века? Никогда не догадаетесь. Зерно. То есть вот эта вот несчастная Россия, в которой очень трудно выращивать зерно, она экспортирует зерно столетия. По принципу, мы будем голодать, мы не доедим, но будем экспортировать. А потом, вот сейчас вот дальше будет у Утопиана вот это вот интересное, интересный рассказ о том, как, какие все коллективисты и так далее. А потом в 30-е годы Россия, несмотря на то, что у нее многие советские республики, которые уже вступили в Советский Союз, они голодают, союзный центр принимает решение экспортировать зерно, и на эти деньги, на которые он экспортирует зерно, он проводит индустриализацию. То есть на эти деньги он покупает станки, заводы и так далее, приглашает иностранных специалистов, а люди в это время умирают от голода. Правда, красивая история? Вот мне тоже так кажется. Ну и исследовательская работа, она видна. Исследователи от Бога. Вот Клим Саныч, он специалист. Он специалист в средневековых баталиях. Хотя иногда, иногда он позволяет себе некую тенденциозность в своих рассказах. То есть он перетягивает одеяло с другой стороны на свою. Это называется тенденциозность. Он подбирает те источники, которые ему нужны. Дальше он будет рассказывать про восстание. А там самое интересное, что он не называет эти восстания. А часть из этих восстаний я могу назвать. Но это дальше. Под пашней может находиться немногим более 10% площади суши страны. И так далее, и так далее. Мы объективно не могли стать богатыми, но теперь у нас появился шанс ими стать за счет ресурсов Сибири и новых технологий. И я считаю, несмотря на то, что менталитет будет меняться, точно так же, как он менялся в западных странах, когда они стали богатеть, главное это не скатиться туда, куда сейчас катится Европа, когда через 50 лет там в основном будут жить иммигранты с IQ уровня 80. Россию также будет ждать успех еще из-за повышения мировой температуры, которая нам крайне выгодна. Хотя бы потому, что она позволит нам возить товары по Северному морю. Последние годы наше сельское хозяйство показывает небывалые показатели, во многом за счет повышения температуры уже сейчас. Короче говоря, я клоню к тому, что не нужно думать, будто русские какие-то унтерменьши. Не нужно, кстати, думать о том, что до эпохи просвещения на Западе обычный люд тоже жировал. Нет, там также все недоедали и умирали от голода. Только в отличие от нас, западные монархии были гораздо жестче к своему населению, чем у нас в России. Только в отличие от нас, у их верхушки всегда было гораздо больше ресурсов. Мальтезианскую ловушку, кстати говоря, никто не отменял до 19 века. Европейские люди научились коммуницировать друг с другом. У них есть предрасположенность к объединению на почве каких-то социальных интересов. Профсоюзы, жилищные кооперативы и многое другое. У нас, если что-то не работает в многоэтажном доме, какой-нибудь один инициативный человек на весь дом пойдет жаловаться в ЖЭК. Да, сейчас это так, но раньше это были колхозы и прочие профсоюзы во время совка. Ты никогда об этом что ли не слышал? Если у людей чего-то не было, то они шли за помощью к своим соседям, потому что коммунизм идет от слова коммуна, община. Русский народ всегда был
коллективистским народом, иначе коммунизм не смог бы так легко сложиться на наши реалии. И так бы... Вот интересная история как раз. Вот именно с этого и начинается рассказ Шевцова о том, что у россиян есть какой-то особый менталитет. Да, совершенно верно. У россиян и русских людей у них есть какой-то особый менталитет. Потому что даже если мы возьмем нашу страну, Республику Беларусь, лет 300-400 назад у нас тоже был особый менталитет, отличный от того, который есть сейчас. Да, мы понесли страшное поражение, мы умылись кровью, и после этого стали такими тихими. Что касается европейских народов, они умывались кровью постоянно, начиная с 8 века. Кстати, по поводу того, что вот европейцы, они вот к себе приглашают мигрантов, и мигранты, значит, уничтожат Европу. Нет, не уничтожат. В свое время пол Европы, часть Европы была захвачена мусульманами. Другая часть была в процессе завоевания Европы. Вот как раз та самая Румыния и та самая Болгария. Я вот, кстати, забыл сказать о том, что в Болгарии и в Румынии там были свои партизаны, которые воевали против исламского владычества. А потом в 1638 году, в сентябре, Европу спас один такой незначительный король одной незначительной страны, Ян Собеский, который защитил Вену от многотысячной армии одного из пашей императора Мехмета, этого султана Мехмета II, по-моему, или 4-го. По поводу кооперации европейцев, здесь все практически правильно, но не совсем, потому что европейцы, они объединялись только с одной единственной целью – защита своих личных собственных прав. Было вплоть до развала Совка. То, что ты не видишь этого типа... Защита своих личных прав. Если мы, квартал ремесленников, не получаем должные нам деньги, мы протестуем против бургомистра. Отсюда мы получаем что? Мы получаем магдебургское право. Право на самоуправление города. Чтобы отвечал не князь, и не курфюрст, и не император, и не король, а чтобы отвечал сам бургомистр. В этом суть магдебургского права. Что касается феодального права. Феодальное право заключается в том, что феодал должен отвечать за своих крестьян сам, за своих крестьян, рыцарей, за свою охрану и так далее, и так далее. Феодал – это всего лишь управленец, менеджер. Такой эффективный он или нет, зависит от того, сколько он выживет в этой системе. А у нас на нынешней территории все зависит не от того, кто выживет, а все зависит от того, кто любит царя. Будь этот царь под названием Александр II, или будь этот царь Александр III, или будь этот царь Владимир Владимирович I, или будь этот царь Александр Григорьевич II. Суть здесь в другом. Суть в том, кто находится у кормушки, тот и жрет. Кто у кормушки не находится, тот не жрет и выживает. О чем, кстати, совсем недавно я вам предъявил цитаты великих людей. Здесь проблема в другом. Люди спорят о мнениях, люди спорят о ментальности, хотя пытаются со всех сторон надергать чего-нибудь, хоть чего-нибудь, что подкрепит их позицию. А так не бывает.
бывает четкая линия. Четкая линия называется исторический процесс. Вот к такой ментальности в Российской Федерации привел четкий исторический процесс. У нас тоже был четкий исторический процесс, но у нас был перелом, который переломал этот исторический процесс до того состояния, в котором мы сейчас находимся. Ну, наша Республика Беларусь. Извините. Не означает, что индивидуализм процветал у нас всегда. Опять же, это... Здесь суть в том, что у кого-то исторический процесс идет плавно и ровно, а у кого-то он идет с переломом. У нас перелом наступил в 1795 году. Другой перелом у нас наступил в 1861. Начался перелом, закончился в 1864. Дальше наш перелом. Это 1917-1919. Дальше перелом. 1919-21. Дальше перелом. 1921-1991. Дальше перелом. 1991-1994. Нужно понимать связанность исторического процесса. Ну, здесь, судя по всему, Михаил, который рассказывал о том, что у него есть опыт исследовательской работы, он, видимо, этого процесса не понимает. И я, конечно, не имею права ему ничего объяснять, поскольку я всего лишь учился на факультете и в группе «История религий». Тем не менее, ну это просто какой-то капец. А что касается Шевцова, то Шевцова вообще лучше не слушать. Шевцов — это вообще... Ну, он высказывает свое мнение, он имеет на это право. За мнение не бьют в нос. Пусть высказывают. Но Михаил, он попытался вот это вот мнение как-то разобрать по-взрослому. Это будет вторая часть его видео. Но я думаю, уже не сегодня. Но если надо по-взрослому, можно и по-взрослому. Только я не думаю, что Михаилу бы захотелось, чтобы его разбирали по-взрослому. Продолжайте. Банальное незнание даже ближайшей истории, что было 26 лет назад. И у нас революции было меньше, чем у кого-либо другого. И ведь факт в том, что в то время, когда Европа, достижения которой нас приводят в восторг и зависть, проводила ряд буржуазных революций, где голодный, истощенный народ вешал зажравшихся мразей, мы сидели в консервной банке, боясь из нее вылезти. Ага, то есть бунтажный век, пугачевщина, декабристы, народные восстания бесконечные, которые постоянно подавляла империя, но в данном случае еще раз сошлюсь на слова историка Клима Жукова. 1855 год, 63 волнения крестьян. 1856 год, 71 волнение крестьян. 1857, 121 волнение крестьян. 1858, 423 волнения крестьян, а это уже масштабы Пугачевской войны. В 1859 году дело пошло на спад, 182, но уже в 1860 году 212 восстаний. То есть оно вот такими волнами шло и не думало снижаться. Потому что если началось все с 63, то потом упало до 182 и на следующий год 212. Понятно, что... Так, стоп. Бунтажный век. Прекрасно. Бунтажный век. Обожаю этот бред. Так вот, бунтажный век. Почему это бунтажный век? Наверное, никто из тех, кто слышал про этот бунтажный век, не догадывается о том, из чего состоит этот бунтажный век. Это век с 1600 по 1700 год. Так вот, изначально это первая часть бунтажного века – это смута. Вторая часть бунтажного века – это внутренняя смута. А последняя часть бунтажного века – это бред, который придумывал Михаил Романов. Это соляной бунт, это медный бунт. Знаете, что такое медный бунт? Медный бунт – это когда царь Алексей Михайлович Романов выпустил особые монеты, на которых было написано, что вот эта вот медная монета, она равна одному серебряку. То есть одна медная монета равна одной серебряной монете.
Это просто смешно рассказывать про бунтажный век. Там есть восстание Болотникова, восстание еще кого-то. Так нужно, блин, хотя бы рассказать про то, что такое бунтажный век, прежде чем предъявлять это как аргумент, прежде чем предъявлять это как доказательство. Есть такой принцип в исторической науке, о которой психолог Михаил Утопиан не знает. Это принцип историзма. Чтобы понять век, нужно понять все, что можно в нем понять. То есть нужно прочитать и исторический источник по этому веку, и проникнуть через исторический источник в понимание тех людей, которые писали про этот век, что они хотели сказать своими записками, либо документами и так далее. Нужно полностью осознавать, что происходит. Михаил нам показывает бунтажный век. Хорошо. Бунтажный век, замечательно. Смута с 1603 по 1613. 10 лет смуты. Это война, бесконечная война, когда то один царь меняется, то другой царь меняется после смерти Бориса Годунова. Дальше. 1613. Михаил Державец. Мишка Державец. Хорошо. Ничем особенно не запомнился, кроме того, что отчислял деньги на то, чтобы прикрыть голых барышень. У него в царском тереме стояли древнегреческие скульптуры. И на это выделялись государственные деньги, чтобы их прикрыть. Ну, то есть, чтобы их одеть в одежду. Дальше. Берем Алексея Михайловича. Алексей Михайлович изыскивал любые возможности, любые средства только для того, чтобы начать войну с Речью Посполитой. И нашел. Ему это средство предоставило вот это вот украинское казачество запорожское. И он с радостью и принял и Богдана Хмельницкого под свою руку, и объявил войну Речи Посполитой. И шведам. Вместе с шведами пытался захватить Речь Посполитую. Потом еще, по-моему, даже повоевал со шведами. Ну, недолго. Бунтажный век, декабристы, восстание и так далее. Очень интересная тема. Сейчас к ней перейдем подробнее дальше. Следующий год, пик выступления, их будет там за 600. Всего этого не существовало. Но я так полагаю, что тебе о них не было известно. Банально естественные процессы становления социального, государственного, политического строения прошли мимо нас. Они не прошли мимо нас, они пришли к нам слагом. Тут я не буду долго останавливаться, все и так очевидно. У нас всегда были наихеровейшие правители. Либо русофобы, либо колхозники. Но это исключительно наша вина. Следствие нашей пассивности и тупости, потому что народ это главный источник власти везде. У меня, например, полностью противоположное мнение. И я человек, который минимум раз в день слушаю какую-либо лекцию по истории. Могу пояснить за каждого нашего царя или правителя в целом, но тогда в таком случае этот ролик вообще никогда не закончится. Ты пример-то мог бы дать хотя бы? Когда ты говоришь обо всех, ты говоришь ни о ком. Патриотизм — это самое мерзкое, отвратительное дерьмо, которое является гигантским снежным комом, который давит под собой любые амбиции, стремления и многое другое. Патриотизм на практике существует в интересах закрывать глаза на все происходящее и гордиться слепо своей страной. И находить каждой жопе оправдание. Либо климат, либо а вот зато... Патриотизм это... Я каждый раз слушаю какую-либо лекцию по истории. Каждый день хотя бы час. Ну хорошо. Могу пояснить за какого-либо правителя. Шевцов говорит о том, что либо колхозники, либо жестокие правители были. И первый, и второй не прав. Первый не может пояснить ни за одного правителя, второй не прав в том, что были либо жестокие, либо колхозники.
правители были у всех разные. У нас были свои правители, у них свои. У украинцев, которым, по сути, принадлежит этот Шевцов, у них были третьи правители. Князья и так далее. Здесь интерес в другом. Интерес в том, что Утопиан говорит о том, что он слушал лекции по истории. Лекции по истории Клима Жукова. Клима Жукова интересно слушать тогда, когда он говорит о том, в чем он специалист. Любого историка интересно слушать тогда, когда он говорит о том, в чем он специалист. Потому что любой историк, у которого есть опыт работы, опыт научно-исследовательский и так далее, он в материале, что называется. Именно поэтому его интересно слушать, потому что ты узнаешь что-то новое. От Клима Жукова я очень многое узнал про оружие 10-12 века. Это было мне очень интересно в свое время. Поэтому я в его компетенции не сомневаюсь. Но когда Клим Жуков начинает лезть не в свою епархию, тогда да, тогда начинаются проблемы. У меня начинаются проблемы, когда я начинаю лезть не в свою епархию. То есть у меня есть определенные небольшие, незначительные достижения в том, что я изучал. Но если я выхожу за рамки этих своих достижений, если я начинаю прорабатывать материал, с которым я не знаком, то у меня возникают определенные проблемы с этим. Здесь то же самое. Слушать лекции по истории – это хорошо. Нужно знать, где их слушать, от кого и когда. И лучше не слушать каких-нибудь Фурсовых и так далее, на которых Михаил сошлется в своем втором видео. А там будет вообще зашквар. То есть, ладно, я понимаю, сослаться на историка средних веков, который хвалит коммунизм. Это его личное мнение, за мнение никто никого не бьет. Но если ты ссылаешься на историка, который рассказывает о том, что существует несколько семей, которые контролируют человечество, когда ты рассказываешь о том, что есть какие-то жуткие жиды, которые пытаются Россиюшки всячески поднасрать, это зашквар. Знаете, в научной... Извините. Это тоже какая-то сугубо русская вещь, я не понимаю. В научной сфере есть такое понятие, как репутация. И если ты, будучи даже студентом, расскажешь что-нибудь про жудов, про какие-нибудь теории заговора, и попытаешься выдать это за правду, то твоя репутация будет подпорчена до конца твоего срока обучения. А если ты уже являешься профессором, и если ты рассказываешь про то, что есть некие жиды, которые управляют всем миром, то твоя репутация будет уничтожена. И ты больше никогда никем не будешь восприниматься как серьезный историк. Поэтому ссылка на Фурсова, в моем понимании, она просто разрушает все, что можно. В рассказе этого Михаила Утопия. Потому что он сослался на человека, у которого больше нет никакой репутации. Вместо того, чтобы объяснять какие-либо исторические процессы, Фурсов объяснил, что все принадлежит жидам. Прекрасно объяснил. Жидомасонам, если точнее, да. Нет, жидам, именно жидам.
Но вы продолжаете сейчас дальше, еще будет интересно. Например, патриот своей страны и делаю оппозиционные ролики. Я ненормальный, что ли? Патриотизм и создает эти амбиции обществу. Без патриотизма всем было бы плевать на свое племя. Люди не видели бы цели держаться вместе. А если люди не видели бы смысла держаться вместе, то не было бы вообще никаких общин, а впоследствии племен, наций и так далее. Это базовая социология. Но опять же, чего я тут парюсь? Ни о какой социологии ты никогда не слышал. Весь патриотизм строится на якобы великой истории. Да перестаньте. Какая великая история, чем они без конца заставляют нас гордиться? Деды воевали, да дедов бы расстреляли, если бы он не пошел воевать, у деда выбора не было. Точно так же, как и в Европе. Или ты думаешь, что на Второй мировой войне, на которую ты и ссылаешься, все как-то по выбору шли воевать? Просто так, захотел повоевал против Германии, захотел не повоевал. То есть гордиться победой это хорошо, но не настолько же это извращать. Особенно, когда это единственное, чем мы в принципе способны гордиться, ведь больше ничем. Если в учебниках истории параграфы только о военных подвигах, то дерьмо это, а не история. Великобритания воевала почти против всех стран в мире, находясь на острове, отрезанном морем, будучи постоянными агрессорами, в отличие от нас, которым постоянно приходилось защищаться то от татаров, то от поляков, то от французов, шведов, немцев и так далее. Откройте любой учебник по истории, любую страницу, ткните пальцем, и там всегда будет какой-то негатив. Либо холод, либо голод, либо война, либо репрессии, либо дефицит. Истории, по крайней мере, только... Стоп, по поводу победы. Так вот, в Европе там не гордятся своей победой, там скорбят о своей победе. Скорбят не то чтобы о победе, там скорбят о каждом погибшем. У нас не скорбят. Ни в Белоруссии, ни в Украине, ни в России, ни в других странах бывшего Советского Союза никто ни о чем не скорбит. У нас День Победы – это повод нажраться и поваляться на лавочке. Потому что к тебе даже менты не подойдут, потому что они тоже будут нажраны. Артем, а как же Украина? Они же сейчас это не празднуют. Но Украина только недавно перешла на то, чтобы это не праздновать. Нам бы тоже стоило отказаться от празднования. Потому что праздновать здесь нечего. 50 миллионов трупов праздновать в Европе? А что праздновать? Тем более, когда мы знаем то, как началась Вторая мировая война. То, зачем и почему. Кто поспособствовал тому, чтобы эта война началась. Кто снабжал Гитлера сталью, вольфрамом, никелем, молибденом и так далее, чтобы эта война началась. Что праздновать? Советский народ, который пострадал в этой войне из европейских народов по самые гланды, он сам выковал меч, который мы потом засунули в глотку. Сам лично, своим трудом. Здесь праздновать нечего. Гордиться, да. Я горжусь своим прадедушкой. Я горжусь, что он выжил. Я горжусь своей прабабушкой за то, что она выжила. Я скорблю, что она потеряла своих трех детей. Этим я горжусь. А победа? Не знаю никакой победы. Это не победа. Знаете, был такой царь. Пир. После одной из побед он сказал своему военачальнику: «Еще одна такая победа, и нам будет больше нечем воевать». После этого в историю вошла фраза «Пирова победа». Вот это была Пирова победа, которой гордиться не имеет никакого смысла. Который бы я хотел гордиться, а ее не... Мы сами выковали меч, который нас поразил в самое сердце, как потом рассказывали вот эти вот левитаны и так далее. Вероломное нападение. Вероломное нападение значит, что вы верили нацистской Германии. Вероломно напали от Балтийского до Черного моря. Это просто переслушать, и значение слов вероломное. Вы верили в
вашу веру сломали. Просто смешно. По поводу победы, кстати, ни один, ни второй не прав. Гордиться победой можно. Но не в такой степени, в которой ей гордятся в Российской Федерации. Вешая ленточки наградные на бутылки водки, на майонезы и все остальное. На задницы, ботинки и так далее. А когда-то деды, в общем-то, кровь проливали за то, чтобы вот такого вот цвета ленточку получить себе на грудь вместе с медалью или с орденом. Ладно, продолжайте. Разве не красный цвет победы, собственно говоря, а не эти ленты, по факту? Тем более это началось с 2006 года, как мы знаем. Популяризация этой ленты. С 2008. Но, по сути, цвет победы, он действительно всегда был красным. То есть, мой прадедушка, он всегда выходил 9 мая, когда он выходил в школу, рассказывать детям, школьникам про войну, он приходил в школу с красным бантиком. Не бабочкой, а именно бантиком на лацкане пиджака. Он приходил и рассказывал про войну, как она была у нас. Как он бежал из плена, он рассказывал. Как его засудили после того, как война закончилась. За то, что он сбежал из плена. Значит, предатель. Ну, у меня дед-прадед руку потерял на войне. Как бы он не хотел это видеть сейчас. Точнее, уже нет его, в принципе. И рассказывать про это он сильно тоже не хотел. Не знаю. Мой прадед, он 9 мая, 8 мая, он всегда купал себе бухла дней на 5. И все 5 дней ревел и пил. Потому что в этот день он вспоминал своих сослуживцев, которых он терял за время войны. Он вспоминал своих детей, которых он потерял в концлагере. Вместе, ну, когда его жена была в концлагере, он потерял 3 детей. Он просто ревел и пил. Охренительный праздник. Его абсолютно не интересовали ни вот эти вот парады, ни что-нибудь в этом роде. Жукова он ненавидел. Он уважал Рокоссовского. Потому что Рокоссовский освободил концлагерь, в котором была его жена. Но здесь гордиться-то нечем. Чем здесь гордиться-то, Господи Иисусе Христе? Гордиться тем, что вы вместе с Совком развязали, вместе с нацистами развязали войну? Ну, блин. Прекрасная гордость. Это банальное незнание истории. Скажу от себя, что я горжусь нашей историей, хотя бы потому, что находясь в самом центре Евразийского плато, окруженные со всех сторон врагами, шведами с севера, поляками и немцами с запада, атаманами с юга, бесчисленными ордами кочевников с востока, которые нас разоряли вплоть до 18 века. Между прочим, Европу-то никто не разорял, и они спокойно себе в мире жили в тепличных условиях. Поэтому и не понимает сейчас, что это означает по-настоящему бороться за свою жизнь, за свое существование, за свою нацию. Поэтому и завозят к себе варваров со всего мира. Несмотря на то, что у нас не было никаких ресурсов и шансов на выживание, с крохотным населением мы все равно как-то выжили. Встали на ноги, поставили на колени всех своих врагов и еще умудрились сделать огромное количество научных и культурных открытий. Кардинально поменяли ход истории и запустили человека в космос. Вот почему... Так, стоп. Европу никто не разорял. Абсолютно никто. Ни Османская империя, ни арабский халифат, ни сами европейцы, когда воевали за маленькие кусочки земли между собой, ни феодальные войны, которые разрушали целые государства в Европе.
Никто Европу не разорял. Европа жила в тепличных условиях, но мы такие бедные, несчастные, нас воевали. То шведы, то поляки, то нацисты, то еще какая-нибудь сволочь бандеровская. А перебьете, Артем, Утопиан сам себе противоречит. В начале видео он говорил, Европа постоянно умывалась кровью, а теперь уже нет. Ну так об этом и речь. Европа жила в тепличных условиях. Человек рассказывает о том, что он слушает лекции по истории и рассказывает о том, что Европа жила в тепличных условиях под конец. Это что? А в самом начале человек говорил, что он имеет исследовательский опыт и опыт научной работы. Его опыт виден и здесь. И его исследовательская работа здесь видна. А крестовые походы Европу не разоряли? А Отоманская империя, которая захватила практически часть южную, практически всю Южную Европу, Европу не разоряли? Вот те самые Румынию, Болгарию, Сербию и так далее. Не разоряли. А арабский халифат, который практически уничтожил испанскую нацию, которая потом, в которой потом произошла реконкиста, не разоряли Европу. А нападение монголо-татарской орды не разорило Европу? Разорило. У Европы более кровавая история, чем у нас с вами, у Белоруссии, России и Украины. Потому что мы воевали между собой, а Россия еще воевала и против малых народов, которые ничего ей противопоставить не могли. Якуты, эвенки там и так далее, и так далее. Вот эти вот все малые народы. Казахи, башкиры, татары, эти казанские татары. А что они могли противопоставить? Да ничего. Кстати, по поводу Болгарии. Вот эти вот сегодняшние татары казанские, это родственники болгаров, чисто генетически, потому что они являются потомками от людей, которые были когда-то в Хазарском, в этом, в Волжской Булгарии. То есть те, которые сегодня живут в Казани и чуть-чуть повыше по реке, это те самые болгары, которые сегодня живут в Болгарии. Интересно, кто из них живет лучше? Татары или булгары? Мы касались этого в самом начале. Здесь исследовательская деятельность просто во все поля. Здесь человек, во-первых, противоречит сам себе, во-вторых, этот человек вырывает из контекста то, с чем хочет спорить. А так споры не делаются. Ты предъяви тезис, еще один тезис, ряд тезисов. Ряд тезисов я нашел, 23 штуки, и все спорные. Ни один из них ничего не доказывает и ни о чем не говорит. По сути, это все просто пустословие, которое подтверждается непонятно чем, графиками, табличками, картами. Я таких графиков, табличек и карт могу за часа три найти хоть сотни. А нам не надо? Нет. Потому что все равно то, о чем я говорю, это не подтвердит. То, о чем я говорю, подтверждают другие данные. Я говорил сегодня о Булгарии, о хане Аспарухе. Эти все, о чем я сегодня говорил, можно подтвердить. Ладно, продолжим.
Лично я горжусь нашей историей. Побеждать, несмотря ни на что. Вот кредо русского человека. Но несмотря на то, что Алексей Шевцов является тупым мудаком, в одном он все-таки прав и полезен. За большинством населения действительно остался этот рабский склад ума. Но теперь больше не существует никакого ни царского, ни советского тягла. Во многих отношениях сейчас в России живется гораздо свободнее, чем в Западной Европе, где вся твоя жизнь зарегулирована, где за тобою всегда идет слежка, и ты не имеешь никакого права выражать свое истинное мнение по какому-то вопросу. Конкретно о кризисе свободы слова я сделаю отдельный ролик, у меня уже есть и готовы все материалы. Но касательно русского народа, как я и говорил, менталитет можно поменять, и он поменяется, дайте этому только немного времени, буквально 2-3 поколения. Полезен же ролик Алексея в том плане, что он выдает предельно типичное либерально-русофобское мнение о России. Благодаря этому ролику я сделал свой ролик и показал вам, как можно громить любой аргумент типичного либерала. И я надеюсь, что когда вы в следующий раз встретите подобного либерала-русофоба на каком-нибудь там Лентаче, допустим, вы сможете ему показать и рассказать реальность, так сказать, наставить его на путь истинный. Ну а чтобы донести реальность и истину, кидайте этот ролик своим друзьям, кидайте его на стену и распространяйте везде, где вы только можете. Ставьте лайк на этот ролик, подписывайтесь на канал и добавляйте меня в друзья во ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и за внимание. Пока. Прекрасная, прекрасная концовка, прекрасная, просто прекрасная. Так вот, суть в том, что ни один из аргументов, в кавычках, которые были у Шевцова, Утопиан не разнес. Во-вторых, ни один аргумент, в кавычках, который предъявил Шевцов, не является аргументом. Это все личное мнение. Поэтому два человека, которые рассказывали о том, что вот особенно Утопиан рассказывал, вот либеральные мифы, я их там в следующем видео будет рассказывать о том, как он по-взрослому все это дело разъебал и так далее. Ну, по-взрослому это когда у тебя есть доказательства. Доказательств ты не представил. Ты представил доказательства, почему Россия не Америка. А к человеку, который написал эту книжку, есть много вопросов. Про великорусского крестьянина там вопросов нет. Там действительно серьезная научная работа, которая абсолютно полностью противоречит книжке «Почему Россия не Америка?». Есть еще и «Почему Россия не Европа?». Такие размышления российских умов о том, почему они не достигли ни черта. А суть в том, что вы, ни черта, россияне, ни черта не достигли только по одной простой причине. Потому что всегда было некое тягло. Был царь, был император, и было бремя уничтожения других народов. Многие люди, они просто уничтожали другие народы. Многие, в том числе, и России. Да, и абсолютно верно, имперская болезнь. Во все болезнь времена, как и сейчас. И вот предъявление аргумента, что вот там кто-то захватывал какие-то другие территории за океанами. Да, они захватывали территории за океанами, но они их развивали. Даже за счет того, что развивались там только, вот, по-нашему говоря, помещики. Тем не менее, эти территории развивались. А во что превращала Россия завоеванные территории?
пустыню. И навязывание своей культуры, можно сказать. Навязывание культуры – это одно, а когда ты уничтожаешь университеты, когда ты уничтожаешь археологические комиссии, археографические комиссии, когда ты просто берешь и уничтожаешь историю народа, когда ты уничтожаешь тех людей, которые помнят историю народа, тех же самых якутов и так далее, когда ты насильно крестишь их, окуная головой в чан, пока и держишь в чане, пока они не будут уже захлебываться, и потом вытаскиваешь и говоришь, ну что, примешь христианство? Ну, да, приму. Вот так крестили вот эти вот народы, которые сейчас показывают, что вот эта вот великая Россия, она ничего не могла сделать. А что вот эта вот великая Россия могла сделать, если у вас плотность населения была один человек на 10 километров? Если нужно было заниматься развитием интенсивным, а не экстенсивным, если нужно было развиваться сначала в себе, а потом уже начинать экспансию, а вы развивались не в себе, а начинали экспансию сразу. Если вы сейчас рассказываете про Русь, которая была создана огнем и мечом, и у которой было три центра, а потом уже началась централизация, после которой Русь развалилась через несколько столетий, через столетия. Когда сейчас рассказывают, что вот великий князь Владимир, великий князь всей Руси. Всей Руси прекрасно, только он сжег Полоцк, один из центров. Вот когда я смотрел, что первого, что второго, у меня бомбил пукан так, что просто невозможно. У меня слов нет. Грубо говоря, один школьник, другой отучился, но не по той теме, как говорится. Да, они, может, и оба отучились, но не по тем темам, на которые пытаются рассуждать. Ну, то же самое касается, кстати, Беларуси, в том плане по навязыванию империи вот этой, можно сказать. Ну и культура, опять же. Да там была история про то, что пока мы не захватили Западную Литву... Какую Западную Литву, бляха? Ты понимаешь, где Запад, где Восток? Что значит Восточная Литва? В 18 веке мы захватили не Восточную Литву, а все Великое Княжество Литовское. Все, полностью. Да, это был огромный прирост населения. Даже если мы посмотрим наши источники и польские источники, то мы увидим, что там, да, гигантский прирост населения. Страна, у которой огромная территория и у которой население сгулькин нос. О чем это говорит? О том, что эта страна постоянно воюет. А почему эта страна постоянно воюет? И оборонительные ли это войны? Это другой вопрос. Но нам же Михаил попытался указать, что мы все время оборонялись то от поляков, то от немцев, то от шведов, то еще от кого-нибудь, то от татар. Оборонялись ли? Не нападали ли, как говорится. Не нападали ли, да. А мы не оборонялись разве? Мы оборонялись и нападали. Только мы все это признаем, что мы и нападали, и оборонялись, и захватывали, и отбирали, и грабили, и защищались, и так далее. У нас в исторической школе это все признано официально. А в Российской Федерации это признано официально, но широко не распространено. Ну, не считая вот этого отмечания 9 мая, и точнее, не скорбить. Точнее, просто отмечать в том плане. А это не нужно делать, как мы уже это сказали, в принципе. 9 мая должен быть день скорби и памяти. Мы должны вспомнить всех, кто отдал жизнь за эту победу, и поскорбить о том, что они не дожили до наших дней.
Да, это победа. Защитить то, что у нас есть, но ни на кого не нападать. И чтобы это больше не повторилось, это основная суть, в принципе, да? Этого дня. Никогда больше. Европа вспоминает этот день с одной фразой: никогда больше. То есть в Европе такой войны больше никогда не должно быть повторено. Мы должны это точно так же вспоминать. А что мы видим в России? Можем повторить. Повторите. 25 миллионов трупов, пожалуйста. Хоть самоубейтесь. Повторите столько же. И главное, что Германия меньше же намного потеряла, чем СССР. В совокупности, по-моему, это, у них там будет 1 к 13. Один немец на 13 россиян. Не россиян, а людей из Советского Союза. Граждан Советского Союза. Да, именно. И каждый, по-моему, 13, третий. Повторите. Третий белорус, каждый, по-моему. Не, четвертый. Мы же больше всего потеряли, кстати говоря. Ну, не совсем. Это советский миф. У нас, насколько я помню, цифра потерь 1 800 000. В репрессиях 30-х годов 1 500 000. Во время войны 1654-1667 2 400 000. Так что здесь... Это такое. Еще нужно учитывать, какое население было тогда. Тогда же было около 4 миллиона, то есть 50%. В процентном соотношении, опять же. Здесь нужно именно считать проценты, а не количество. Проценты, да, ужасающие. Что в первый раз, что во второй, что в третий. Но самые кошмарные проценты – это война как раз с Московским княжеством. С Московским царством. Ах, да, я же совсем забыл. Они же нам строили дороги, возводили больницы и университет. На самом деле, если разбираться во всей этой исторической грязи, то получится так, что они нас освобождали от бредной жизни. Спасали наши души. Это такая черная шутка. В принципе, можно подытожить. Но, в принципе, вот такой итог. Михаил не слышит аргументы Алексея, Алексей не слышит аргументы Михаила, и у обоих у них нет практически ни одного аргумента. Спор слабослышащих. Людей, которые не слышат друг друга и которые не спорят аргументами. Они спорят мнением. Но за мнение не бьют. Что касается... Клима Жукова, который был представлен как историк. Да, Клим Жуков – это историк. Историк-медиевист. Когда историк-медиевист рассказывает про то, сколько дождей было в Советском Союзе, это выглядит смешно. Потому что историк-медиевист, он концентрируется на средних веках. Военный историк-медиевист, он концентрируется на оружии и войнах в средние века. Думаю, это не последнее видео. Ты говорил, есть вторая часть. Есть вторая часть. А вторая часть там вообще ад. Ад и Израиль. Так может разберем ее? Ну, давайте экспромтом и вторую тогда уже включим. Погодите, давайте, ну, вы этот стрим выключим, а уже начнем вторую часть, грубо говоря. Нет, Кот, ты понимаешь, о чем другой я? Раз подготовиться, сейчас мы планировали новостной стрим провести потом, 12 часов. Ну, в любом случае, подытожим. Подытожим и все. Уже подытожили, выключай. Как бы все. Спасибо за внимание. Через 10 минут мы вернемся и обсудим новости Беларуси.